Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. О, погодь, глянь. Представляем вам новый Xenon 300. Это же Xenon 300, я бы убил за этого красавца. Бро, 500 баксов, за что? Да на нем даже золото особенное. Бро, это просто как деньги на ветер. Ты все равно не поймешь, я парикмахер, ты клиент. Я знаю. Моя работа в том, чтобы ты выглядел лучше всех, верно? Люблю тебя. Люблю тебя. Нет, я тебя люблю. Две недели спустя. Это Джуниор, парикмахер, оставьте свое сообщение. Йо, чё как, Джуниор, я звоню тебе весь день. А, мне прямо сейчас нужна стрижка. Я иду на свадьбу через 2 часа. Пожалуйста, перезвони. Пока. Эй! Тебе стрижка нужна? Да, возьму эти. Йо! Бро, привет! Чувак, чё как? Да, чё как, бро? Отлично! Рад тебя видеть. Я тоже тебя рад видеть. Ты ещё не заходишь? Погодь. Тебя стриг кто-то другой? Нет. У тебя свежая стрижка. Не, у меня просто волосы медленно растут. Ну здорово. У меня волосы медленно растут, ты же знаешь. И я знаю, что у тебя срезанный волос на рубашке. Это чей-то чужой волос. Чужой волос, правда? Но если это чужой волос, значит тебе и шеей не пахнет, да? Не, у меня точно не должно... проверю. Нет, не трогай меня. Парикмахер. Я тебя насквозь вижу. Ты мне на телефоне отвечал, ты же знаешь меня. Это больше никогда не повторится. Я тебя насквозь вижу. Слушай, я... За что? За что он так поступил со мной? 2 недели спустя. Чё, как, чувак? Мы закрыты. Вы закрываетесь 9. Уже 9. Следующий. Я просто постричься хочу, чувак. Иди к другому своему парикмахеру. Я же извинился. Кто следующий? Проходите. Не, мелкий, мне деньги нужны к вечеру, мелкий. Да, бро. Ты не дергайся, бро. Я не шевелюсь. Не дергайся, бро. Я же не шевелюсь. Не дергайся, бро. Моя ошибка, бро. Я больше так не могу. Эй! Нам надо поговорить. Поговорить о чем? О нас. Пожалуйста, просто послушай меня. Ладно? Прости меня. Я всегда был для тебя открыт. Ты знаешь, сколько клиентов хотят попасть ко мне? Я знаю, я мудак, прости. Когда ты к нам пришел совсем без денег, кто тебя постриг? Я. Я считаю тебя лучшим парикмахером, честно. А потом я вижу тебя. А потом ты приходишь от кого-то, кто сделал тебе прическу, как из 70-х. А я любил тебя. Я так виноват. Talking to me.
That booty talking to me, girl, hello. Damn. Yeah, that looks proper. What you getting from you got proper. Эй, мне кажется, я из для тебя. Ты ведь их хотел. У тебя есть ксенон 300. Да, ведь ты мне намного дороже, мужик. Я скучал. Я тоже скучал. А перевел и озвучил виски. Ага. Talking to me.